Приветствую вас, зрители, воители, с вами на Пкубе. Ну, во-первых, хочу извиниться за четвертую серию. Как-то она обработалась ютубом с косячком. То есть поначалу звук был, а потом куда-то он пропал. То есть я ее удалил из общего доступа. Вместо нее в качестве извинения выложил пятую серию, которую планировал на завтра. А сегодня сажусь записывать шестую. Итак, мы исследовали Т-35. То есть вот его возьмем. Пару пушек 45-миллиметровок. Хорошо, они все показали. Ну, здесь также легкие Т-28. Ну и здесь отряд пехоты с медиками. В качестве поддержки возьмем один минометный залп. И погнали. Итак, начинается бой. Максимально я раскидал разведочку. Оказывается, разведчики, даже сидя в здании, открывают вокруг себя территорию. Так, здесь расположил пушечки, здесь миномет, здесь отряд пехоты, комиссар, танки прям позади. Так, давай сюда боеприпасы скинем. И еще можно... Куда боеприпасы можно еще скинуть? Вот сюда. Главное, разведка. Без разведки никуда. Так, там пушка нужна на том фланге. Пушка. Давай сюда. Главное увидеть первым противника. Да, хорошо, пушечка наша тут долбит. Так, здесь пулемет мы расположили. Давай его чуть-чуть сдвинем вперед. Это трофейный. Так, пулемет, пушка. Так, можно сюда. Так, ну пока вроде все нормально. Здесь два ящика боеприпасов. Так, лечимся. Так, пулемет давай на правый фланг перекинем. Здесь что-то пехота прет. Давай пехоту нашу прикроем. А вот сюда посадим. Да, она там через здание идет. Вот сюда как раз. Тут будет все замечательно. Так, наши новобранцы. А, у меня тут в доме отряд новобранцев. Хорошо. Пусть там и сидят. Пусть палят позиции. Еще по правой стороне не хватает. Так, все, пушка, где пушка моя? Пушка не стреляет. О, маленько подъедем. Сюда ее поставим. Что-то как-то вяленько нас пока атакуют. Я не чувствую мощи врага. Там миномет наш кошмарит. Они даже в первую точечку не доехали. Так, ага, все, еще. Еще волна пошла. Так, мне нужна разведка. Разведка. Давай сюда пока вот спрячемся. И сюда я одного поставлю бойца. Так, пушечка все расчехлилась. Нет, надо вот сюда ее чуть-чуть пододвинуть. Пулемет. Правее. Проемчик этот, смотри, все. О, шикарно. Холмик есть даже, давай. Давай, хоба. Все, шикарно, на холмике стоит. Так, пушечка, расчехляйся. Там что-то едет. Что-то едет. Мотоциклета. Все, мотоциклета полетела. Вот и свет. Так, ага, что-то тяжелое едет. Так, бронебойный. Где там? Где там конфеточка? Факт, что пробьем, да? Нам что-то мешается. Так, бронебойный фугас. Что-то нам мешается. Все. ПЗшечка третья приплыла. Блин, надо эту арку уже свою качать. Да ты шо, рикошет не такой-то. Блин! По нашу душонку еду. Да, блин, вообще блински. Так, ладно. О, пушка перебает, Надо все свои ручонки брать. Это под башню. Все, во, мои ручонки, все. Что-то психануло. Поехали куда-то. Там справа тебя накидают. Нет, ты не свалишь. Все, накидали. Так, ремонт. Разведочка, хорошо тут.
Все, прям минус миномет тут. Минус миномет тоже налетел. Там только пушка осталась. Как-то мы легко их это. Миномет уже ящик боеприпасов сожрал. Так, разведка. Та правый фланг. Кстати, до меня на этой карте уже кто-то бился, причем так неплохо. Что, все? Я не чувствую. Где враг-то? Блин, как самолет как полетит, как скинет бимбу. Так, сюда давай разведочку одну. С туманом войны разведка прям как никогда актуальна. Они дешевенькие, не очень много места занимают. Прям карту подсвечивают хорошо. Так, чё? Давай, доремонтируй. Ну ты что, попадай. Попадай. Все нормально, попадай. Попадай. Так, разведка, разведка. Просто заляж. Даже не надо это. Все, подзорвалась та пушка. Все, свети. Свети нам, свети. Ты свети. Ух ты. О-о-о-о. Ну это да, это немецкая арта, которая попадает всегда с первого раза. Так, а у меня есть такой вот ответ. Сейчас будет это, смерть с небес. Так, тут пушечка одна. Сейчас там накроем эту арту. Так. Мне нужны три бойца, бойца, бойца. Давай, раз. Так. Многострадальная арта. Сегодня как не выживет. Все, все, грамотно, грамотно встретили. Прям засада вот. Так, что, пушка жива еще? Что там в одного боец отбивается? А тут пулемет. Так, сюда тоже, кстати, бойца надо. Давай сюда, на пулемет бойца. Все, о-о-о, все, грамотно встретили. Враг не пройдет. Все, разбили всю пехоту. На пулеметы замасло. Они бегут. Они все в панике. Так, пушка. Пушка. Пушка, хлопушка. Так, давай медика там пошлем. Может, он успеет поднять. Где-то раненый боец. Расчет просто. 10 медалей из 10 заслужил. Просто всю атаку немцев остановил. Давай туда еще одного бойца. Так, тут что, пушка богомерская где-то была. Все, всех разбили. Они то просто даже до точки не добрались. Так, ремонт устроить. Артой гасит, артой гасит. Здесь тоже пушечка хорошо поработала. Сколько она там пилов сделала? 4 техники, 17 пехоты. А здесь 17 пехоты, 2 техники. Ну, тоже неплохо. А круче всего разведка. Все запалило, всю местность. Все, что ли? Больше никого нету? Как-то слабо, вообще вяло. Так, миномет тут что? Дела свои сделают. 6 пехоты, это так чисто. Попугать. Так, давай ремонт. И что, ремкомплектов нету, да? Эх. Так, давай за ремкомплектов сбегаем. Я куда поехал-то? Как скажете. Что они делают-то? А, разворачивайся в ту сторону. А, ну все, а ты давай. Тут куча техники брошена, иди своруй что-нибудь. Так, а мы разведчика пошлем. Все сели за миномет, додумались. Мы разведчика пошлем сюда. Даже двух. А, спалили, я хотел ремкомплектом притырить. Слушай, эта пушка просто уничтожает все подряд. Все, приехал 228 этот. Там арта только осталась. Давай. За пушечку садись. Нет, тут без вариантов. Ну куда вы лезете? Куда вы? Да, слушай, теперь и пулеметы нужны. Залазь. Сейчас мы отремонтируем. Пушка целая. Ну, что, все получается? Победа?
Да, победа. Сейчас пушки пойдем захватим. Больше нам ничего не грозит. Разведка пошла. Что-то там мою пушку, походу, сломали, да? Да, тут слишком слишком до хрена пушек вражеских. Ну, РГД гранату вам. РГД гранату вам, ловите. О-хо-хо-хо-хо, вот это была граната. Просто минус два орудия, идеально. Я считаю, это идеально. Одной гранатой столько перебить. Это просто опасно. Мы сейчас вообще сюда залезем. Хрен вы отсюда нас выкурите. Как-нибудь так спрячемся, чтобы это... Через стены видите. Ух ты, ух ты. Козлючая арта гасит. Так, ну все, живые, живые. Пушка просто без экипажа. Давай вот этих балбесов посадим туда. Здесь тоже живая. Здесь. А, я еще... О, давай. Че вы удержите, бросайте. Лечи... Ооо, арта, арта, гасит, гасит, арта. Лечитесь, лечитесь, и за пулемет прыгайте. Где пулемет? А, все, пулемета нету, да? А, пулемет вот он. Ну, в принципе, приемлемо. Тоже бросайте пушку. Высыпалось два бойца. Куда там тачка поехала-то? Что вообще, какая-то она бессмертная, что ли? Так, блин, арта там это гасит. Так, давай перебежим в это здание. Все, все, добивайте, добивайте. Там вот один недобиток. Сейчас мы это и арту захватим. Воу! Канистра с топливом это рвануло все-таки. Думал, когда его подорвут. Так, ну все, думаю, это победа. Сейчас арту там захватим, как бы. Вот такой бой. Грамотно расставили разведочку. Всех перещелкали. Давай отступим. В общем, всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо. Еще раз извиняюсь за четвертую серию. Вышелся ней такой конфуз. Ну а мы встретимся с вами в следующей серии. Всем удачи, всем пока.